Крошки Лол просто обожают путешествовать. Счастливого пути и не забудь пристегнуться. И для начала нам понадобится старая игрушечная машинка. Снимаем колесики. У толстого маркера одалживаем колпачок. Крепим колеса к зажиму. Горячим пистолетом крепим кусочек фоамирана. Чемоданчик для Лол готов. Осталось закрепить застежку. Маленький кусочек липучки приклеиваем к клапану, вторую часть крепим к колпачку. Приклеиваем мягкую ручку из фоамирана. Гламурный стиль и блеск кристаллов. Встречайте новый чемодан на колесиках. С ним путешествие Лол станет намного комфортнее и приятней. Далее берем желтый фоамиран. С обратной стороны рисуем выкройку, овал и длинную полоску. Вырезаем. Овальную часть складываем по линиям. Наносим термоклей и приклеиваем полоску фоамирана. Лишнее обрезаем. Получился милый кукольный клатч. Но это еще не все. Берем резинку для волос. Горячим пистолетом крепим резиночку к сумке. Поясная сумочка для Лол готова. Складываем в нее все, что может понадобиться во время экскурсии или пешей прогулки по городу. А малышка Лол знает толк в трендах. Поделимся идеей с зиплок-пакетом. Из бумаги делаем вот такие выкройки. Вкладываем шаблоны в пакет. Вырезаем, оставляя небольшой припуск. Помещаем заготовку между листами пергамента. Запаиваем края утюжком для волос. Вытаскиваем выкройки. Одну из заготовок разрезаем по центру. Пробиваем отверстие. Обрабатываем края цветным скотчем. Соединяем капюшон и накидку веревочкой. Крошечный прозрачный дождевичок – то, что нужно на случай ненастья. Для следующей идеи мы использовали блистер от таблеток, полимерную глину и трубочку. Вырезаем из блистера ячейки. С помощью трубочки утапливаем ячейки в глину. Получили симпатичные розовые галоши. От трубочки отрезаем два кусочка. Надрезаем. Крепим кусочки трубочки к галошам. Непромокаемые сапожки для куклы готовы. Вот теперь куколка готова к любым погодным сюрпризам. И даже неделя затяжных дождей не сможет ей испортить настроение. А для этого лайфхака нам понадобится ватная палочка и скрепка. Один из концов палочки обрезаем. Скрепку разгибаем. Плоскогубцами откусываем лишнее. Загнутую скрепку вставляем в палочку. Синильной проволокой обматываем ватный кончик палочки. Вставляем в держатель кукольный телефон. Получилась удобная селфи-палка на случай сольного путешествия Лол. Но кто вообще может сфотографировать девушку лучше, чем она сделает это сама? Согласна? А теперь расскажем, что можно сделать из обычного блокнота на пружинке. Вырезаем центральную часть со спиралью. Распечатываем карты нужной местности и фотографии достопримечательностей. Вырезаем. С помощью клея-карандаша крепим распечатки к блокноту. На обложке альбома пишем название страны. Куколка едет в Грецию. Чистое море, спа-отели, сочные оливки и живописные острова. Эх, остается только позавидовать. А крошечный путеводитель с картами поможет сделать отпуск Лол максимально полезным и насыщенным. Далее берем кусок натуральной ткани. Вырезаем небольшой прямоугольник, оборачиваем его вокруг куколки. С помощью капли термоклея закрепляем платье на плече. Из кусочка проволоки делаем пояс. Украшаем золотистой пуговкой из фоамирана. Еще один кусок проволоки укорачиваем по размеру головы. Из блестящего фоамирана вырезаем веточки лавра. Крепим листочки к ободку. Если бы в странах Средиземноморья был строгий дресс-код, крошка Лол бы без труда его прошла. В своем новом греческом одеянии она выглядит совсем как античная богиня. А теперь нам понадобится простой пакетик и резиночка. Вырезаем из пакета круг, надеваем на голову, фиксируем резинкой, подворачиваем края полиэтилена. Шапочка для душа готова! Далее берем косметическую салфетку и иголку с ниткой.
Отрезаем тонкую полоску салфетки, собираем ткань на иголку, затягиваем ниточку и завязываем петельку. С новым банным набором играть в лол становится еще интереснее. Малышка просто счастлива. Еще бы, наконец-то она может принять душ и не намочить при этом волосы. А главное, ее новая мочалка – само воплощение мягкости. А теперь нам понадобится пластиковая пипетка и пена для ванн. Узкую часть пипетки режем на кусочки. Делаем донышки из термоклея. С помощью шприца набираем немного средства из бутылки. Наполняем пластиковые колбочки пеной разных цветов. Запечатываем колбы горячим пистолетом. Увенчиваем полубусиной. Капиллярной ручкой подписываем крошечные бутылочки с пеной. Теперь у Лол есть целая коллекция душистых гелей для душа и вкусно пахнущих шампуник. Такой компактный набор средств без проблем влезет в чемодан и украсит собой путешествие. А на этот раз нам понадобятся колеса от машинки и ластик. Срезаем с ластика край. Декорируем блестящим фоамираном. Горячим пистолетом приклеиваем колеса. Трубочку для напитков режем на части. Горячим пистолетом приклеиваем руль. Теперь у Лол есть свой стильный скоростной самокат. А целых 4 колеса обеспечат устойчивость при движении. Ну что, покатаемся, крошка? А что, если в дороге малышке Лол понадобится медицинская помощь? Нет-нет, предметы из обычной аптечки не подходят. Нам понадобится пластиковая пипетка и ножницы. Срезаем с пипетки нужные детали. Нам потребуется 2 маленьких колечка и кусочек побольше. Берем булавку с шариком на конце. Склеиваем из кусочков цилиндр шприца. Вставляем булавку. Перманентным маркером наносим шкалу с делениями. Готово. А теперь берем широкую трубочку для напитков. Отрезаем кусочек. На кусочек фоамирана наносим термоклей. Крепим трубочку. Обрезаем по кругу. По такому же принципу делаем крышечку из фоамирана. Засыпаем в баночку глиттер. К маленькому зип-пакету крепим крестик из декоративного скотча. Кладем внутрь шприц, баночки с целебными порошками и мини-рулончик бинта. С такой аптечкой можно смело отправляться навстречу приключениям и ни о чем не волноваться. Сделаем особенный аксессуар для нашей звездной малышки Лол. Нам понадобятся 2 пластиковые звездочки. От упаковки розового цвета отрезаем небольшой кусочек пластика. Приклеиваем к звездочке и обрезаем по размеру. Горячим пистолетом склеиваем звездочки друг с другом. Далее берем 2 кусочка проволоки, загибаем и крепим к очкам дужки. Надеваешь звездные очки и все, ты в центре внимания. К тому же жизнь в розовом цвете кажется такой прекрасной. На этот раз нам понадобится кусочек ткани. Делаем надрез до середины, надеваем на куколку. Берем иголку и нитку, прошиваем наряд по бокам. Отступив немного от шва, надрезаем. Украшаем кимоно ярким поясом из резинки. К этому наряду напрашивается зонтик от солнца. Используем бумажный зонтик для коктейлей. Только полюбуйся, как куколке идет ее лук с восточным акцентом. Настоящая японская мини-гейша. А для этой идеи нам понадобится картонка с цветущей сакурой. Вырезаем широкую полосу, сгибаем край в разные стороны, складываем бумагу веером. Делаем еще одну такую заготовку. Склеиваем детали клеем для бумаги. Основание веера обматываем декоративным скотчем. От пластиковой шпажки плоскогубцами откусываем лишнее. Горячим пистолетом приклеиваем палочки с обеих сторон веера. Раскрываем веер. Фиксируем ручки резиночкой. Ну все, теперь куколка точно готова покорить страну восходящего солнца. И ручной веер с сакурой идеально вписывается в ее планы. Для этого лайфхака берем колеса от старой машинки, проволоку и трубочку. Кусок проволоки загибаем плоскогубцами вот так. Склеиваем проволочные детали, чтобы получился фигурный руль. Декорируем ось трубочкой и крепим передние колеса к рулю. Горячим пистолетом приклеиваем заднюю пару колес. Устанавливаем каркас сиденья.
Украшаем сиденье мини-помпонами. Приклеиваем сидушку, и с вами Рана. Куколка просто в восторге от своего нового транспортного средства. С ярким прогулочным велосипедом ее не напугают даже самые большие расстояния. Понравились наши идеи для путешествия Лол? Какую из них ты воплотишь в игре со своими куколками? Ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе нового видео от TrumTrum Select.